Блин, да годите, струнка. В общем, пел, начал петь песню Утесова. С одесского кичмана сбежала два урха. Да? А потом он сделал ремейк на эту песню со своими словами. Вот она, я сейчас ее спою в таком виде, как ее придумал Барынкин. С одесского кичмана сбежало два кургана. Один из них был просто людоед. Сидел по 10 лет. Другой курил лишь травку, не тронул и козяку. Я каждый сидел по 10 лет. За что они страдали, куда они пропали, известно только Богу одному. Что сделали с козёкой, где закопали травку, скажет никому. Теперь они гуляют и больше не страдают, живут в роскошных собственных домах. В Москве или Нью-Йорке, в Париже, на Мальорке, а может, на Гавайских островах.